Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Меня зовут Дарья, приветствую вас на YouTube-канале интернет-магазина Улей. Сегодня сделаю обзор работы декристаллизатора вместе с терморегулятором. Декристаллизатор одеваем на тару с медом, это может быть банка, ведро или любая другая тара. Терморегулятор вставляем плотно, датчик терморегулятора вставляем плотно между декристаллизатором и тарой на глубину не менее 10 сантиметров, чтобы плотно прилегал. Терморегулятор в розетку, декристаллизатор, терморегулятор. На терморегуляторе у нас два датчика, минус и плюс. На плюсик нажимаем, выставляем температуру 40 и оставляем. Так, смотрим, у нас сейчас температура определяется. 26,7. Когда температура дойдет до 40, терморегулятор автоматически остановит декристаллизатор. И приблизительно на температуре 39,5-39,6 он включит обратно и будет нагревать до температуры 40. Таким образом, терморегулятор поддерживает работу декристаллизатора. Использование декристаллизатора вместе с терморегулятором позволит вам поддерживать постоянную температуру, не перегревая мед. С вами была Дарья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока!